приходим в этот мир с закрытыми глазами. И многие всю жизнь так и живут. Мы слепо идем за любым вождем, лишь бы нам дали шанс наполнить свою жизнь смыслом. Для меня это был десант. Полгода назад мы с моим лучшим другом Уиллом стали солдатами. Мы оказались на другом конце света, в Южной Корее. Братья по оружию. Нам часто приходилось туго, но я всегда знал, что могу на него рассчитывать. Веселей, Митчелл. Все не так уж плохо. Ну ничего, сейчас начнется. За этим мы сюда и пришли. Но мой отец был морпехом, так что у меня особого выбора не было. Вот как. Я тоже здесь из-за отца. Хотелось убраться от него подальше. Ну, дальше уже некуда. Так, внимание! Слушайте! У нас приказ проникнуть на Эпсилон. Быстро и грубо, как мы вас учили. Во всем разобрались. Все знают, куда идти. Ура! Все готовы? Ура! Ну, поехали! Митчелл, Айронс, вперед! Работаем. Северные корейцы напали на Сеул. Мы сумели дать им отпор. Это было не задание. Это было посвящение. Барсук 01 на связи. Держитесь, парни. Поехали. Как на учебе, Митчелл? Тогда, дорогие друзья, всем привет, и мы начнем отходить. Контакт! Контакт! Вот. Я думал, все. Черт! Так! Нам надо оказаться внизу на земле и связаться с подрывником один! Понял, сэр. Контакт! Контакт! Когда? С этой стороны есть место для высадки. Свободная площадка. Придется прыгать. Всем приготовить бустеры. Не забудьте, контролируем снижение короткими выбросами. Ты как? КП должен быть впереди. Вы кто еще такие? Группа Барсук 227. Оказываем поддержку подрывнику 1. Они уже идут! Что вас всех ухлопали! Где они? Два клика к северу-западу, квадрат 775! Хорошо, выступаем! Барсук 01, внимание, к вам приближается рой дрон. Контакт, вас понял. Всем смотреть в оба! Береги голову! Здесь! Ай! Ложись! Это
Кто-нибудь залезьте на эту турель! Не подпускай к нам дроны! Нужно время, чтобы зарядить эми! Бей по дронам! Заряд эми 50%! А где? Где? Эми, заряд полный! Огонь! Группа борцов! Спасибо за помощь! Отличная работа, боец! Через отель! Ну-ка. Интересно, способность. Интересно, буду ли я использовать? Враги на дротах! Ну, способность, возможно. Не, ну а умными гранатами я буду пользоваться. Так. Готовьте бустеры! Языком припасть. Пошли. Прямо по курсу. Это наша цель. Мы должны найти наших подрывников. Они уничтожили целую улицу. Ракеты «Хавок». Северные корейцы разносят основные дороги. Чтобы попасть в торговый район, нам надо как-то обойти этот провал. Подрывник один, это Барсук 01. Вы там? Прием! Вас понял. Принимаем. Идем пешком. Будем через 15 минут. Вас понял. Держим оборону. Прием. Понял. Поторопитесь, Барсук. Это дроны. Понял. Поторопитесь, Барсук. Это дроны! Я могу...
место! Через вагон! Пойдем в вторник, театр. Они пускают дым! Кидай сенсорную гранату! Да, сенсор хороший. Вот дерьмо. Эти твари всех убили. Не отвлекайся. Мы им уже не поможем. Митчелл, открывай ворота! Куда палишь? Тут свои! Назовите себя! Спасатели из Атласа. Ждем важную персону. Как у нас дела на юге? Дерьмо. Давай в восточный туннель. Вас понял. Вперед! Удачи! За мной! Атлас, Уилл, это не твоего отца компания? Да. У них лучшее снаряжение, платят отлично. Почему ты сам не завербовался? Я хотел служить своей стране, а не своему папе. Хорош болтать. Берите движение. Подрывник один, мы здесь. Черт. Надо двигаться. Рывок с помощью этого рампа делать было бы круто, но такого нету. Нам нужно найти подрывников. Митчелл, сюда. Там пусковая установка Хавок. Подрывники должны быть рядом. Вон там! Черт! Убиты! Так, так. Я вижу их взрыв-пакеты. Мы сможем справиться сами. Сэр, мы не подрывники. Нет, мы не подрывники. Но если мы будем ждать следующую команду подрывников, пусковая установка успеет сменить позицию. Я заберу заряды, сэр. Просто прикройте меня. Уверен вы? Да, я справлюсь. Хорошо. Митчелл, пойдешь с Айронсом. Возьми эту хрень. Мы тебя прикроем. Ну, начнем! Thank you.
Снаряды с часовым механизмом. Берите их. Подожди, он что, блоком прикрыли? А там типа... электрошоком его... Я не знаю. Берите заряды! Враги на балконе! РПГ! Контакт на 6 часов! Где? Ага. Уилл, на установке тяжелая броня. Ты должен найти панель доступа и поставить заряды в нее. Вас понял, сэр! Митчелл, за мной! Давай докажем, что эти ребята умерли не просто так! А, ты прямо там мелочи? Нет, ну... А, короче. Что ж, дорогие друзья, вот это, конечно, было топчик. Начало топчик. Как будет дальше, не знаю. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом улучшение глянем. Получать очки улучшения во время прохождения, выполнять скелевидное испытание. Ага. Сопротивление, летательное, летальное бег. Увеличить время бега на 50%. Давайте только перезарядку прокачаем и, в принципе, чё, нет? А, прокачал, быстро прицел. Ну, скоро прицелим мне еще. И все, дорогие друзья. Давайте на этом мы с вами закончим. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.